Тверском областном академическом театре драмы прошел творческий вечер народного артиста Российской Федерации, председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова. Тема вечера – русское искусство, зеркало русского характера. Участниками события стали порядка 700 зрителей, семьи мобилизованных жителей, участников специальной военной операции, ветераны, представители общественных организаций и муниципалитетов, средства массовой информации, деятели культуры Верхневолжья. Участники вечера смогли задать Никите Михалкову актуальные вопросы. Темами разговора стали сохранение и укрепление российских традиций, формирование нравственной культуры личности, приобщение к гуманистическим, общечеловеческим, национальным ценностям. Прозвучали вопросы о нынешней ситуации в стране и мире. Также участников встречи интересовали темы развития отечественного искусства и кинематографа, творческие планы режиссера.